В честь Дня народного единства в Кызыле проходит ежегодный фестиваль национальных культур «Нейрал». Его первый этап объединил юных талантов в 6-м детском саду города. В рамках фестиваля дети дошкольного возраста демонстрируют свои таланты в 5 направлениях – вокальное, танцевальное, литературно-поэтическое, художественно-изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Приходишь вот на такие фестивали, радуешься тому, что как бы то ни было, но все идет, пусть небольшими такими, прямо чтобы как бы как по желанию было, чтобы все у нас получалось. Конечно, не получается, но тем не менее, шаг за шагом все равно идет все к лучшему. Дети смелее, красивее. Название фестиваля говорит само за себя – «Нейрал», что в переводе на русский язык означает «дружба». Именно дружба должна объединить детей всех детских садов города. Кроме того, в рамках фестиваля дошкольники узнают много интересного о культуре других стран. Так, 19-й детский сад представляет Узбекистан. Воспитатели отмечают, что через игру дети легко приобщаются к традициям и обычаям других народов. В частности, узбекская национальная одежда уже пришлась дошколятам по вкусу. Каждый сад вытягивает жеребие, нам достался Узбекистан. Конечно, тяжело найти детскую песню для ребятишек, но мы спели про сам город Ташкент. Можно смело утверждать, что главная цель фестиваля – приобщить воспитанников к национальным культурам других стран и регионов России – достигнута. Концерт фестиваля национальных культур «Нейрал» состоится 1 ноября. В этот же день будут подведены итоги фестиваля с награждением победителей.